В Иванове состоялся отборочный этап областного конкурса «Призывник года». За это звание приехали бороться более 20 молодых людей призывного возраста. Все они – учащиеся учреждений среднего профессионального образования. Каждый из них был признан лучшим в своем учебном заведении. Сейчас они готовятся стать лучшими в регионе. Ребята очень волнуются. Для них этот конкурс – важное событие. Психологический настрой здесь так же важен, как и физическая подготовка. Но тренеры за своих воспитанников спокойны. Прежде всего, конечно, все построено на физической подготовке, но такую вещь, как психология, я поставил бы на первое место. Я учу ребят не бояться трудностей, верить в себя. Организаторы уверяют, основная цель таких мероприятий – дать ребятам возможность почувствовать себя настоящими защитниками и морально и физически подготовиться к службе в армии. Стать призывником года не так-то просто. Соревнования проводятся в различных дисциплинах. Конкурс включает в себя 4 конкурсных задания. Это первая – строевая подготовка, которая включает выход из строя, приветствие и уход в строй. Это разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина. И один конкурс считается как бы творческий, в котором 10 вопросов, которые касаются российской армии. На отборочном этапе конкурса будут определены 5 призывников. Позднее они будут дополнительно соревноваться в финале. Главная награда – почет и уважение. В этом конкурсе можно участвовать только один раз, а значит, второго шанса доказать, что ты лучший, не будет. Между собой ребята шутят. Главное, чтобы призом не стала путевка в воинскую часть. Организаторы успокаивают. Все обойдется ценными призами и грамотами. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.